Всем привет, с вами Ошка, и сегодня мы будем рассматривать мод, с помощью которого вы сможете стать абсолютно любым мобом в Майнкрафте. Да-да, именно абсолютно любым мобом. Также этот мод добавляет двух новых мобов, которыми мы тоже сможем стать. Во-первых, это стрекоза, а во-вторых, это рыба. Наконец-то мы можем увидеть, как выглядит рыба, хотя в этом моде она какая-то гигант. И давайте же рассмотрим всех мобов окончательно и бесповоротно. Во-первых, мы начнем с стрекозы. Стрекоза выглядит довольно неплохо, то есть мы можем ходить ею, но также мы можем ею летать. Как видите, прямо сейчас крылья у нее не анимированы, но если мы нажмем на букву P и включим способность стрекозы, она начнет взмахивать этими крылышками. Это, опять же, огромный плюс этому моду. Ему я стопудово поставлю лайк на всех сайтах, где он окажется. И, как видите, сейчас я лечу с помощью способности Flying. Так, ну, вроде как и все. Когда мы, кстати, летаем, мы не можем быстро рушить блоки. И, как видите, доску мы рушим довольно быстро. Но если мы выключим режим полета, мы сможем рушить все блоки, доски и так далее довольно быстро. Поэтому мы приступаем к следующему мобу. И следующий моб — это у нас кто? А это у нас голем. Да, теперь мы можем собственноручно защищать этих бедных жителей. Что за способность у этого голема? Когда мы нажимаем на букву P, мы становимся неуязвимыми. Да-да, мы становимся неуязвимыми. Никто нас не может убить. Ни скелет, ни зомби, ни какой-то там крипер даже взорвать. Ну и также нас не может унести сам эндермен. Но добавляется также способность голем. Мы можем отталкивать всех мобов, например, жителя. Как видите, отталкиваются они не вверх, а просто вперед, так что это минус к реализму, но все-таки довольно неплохо. О, боже, боже мой, свинья-ниндзя, почему ты не умираешь? Ну ладно, это в принципе не важно. Мы можем убивать, знаете кого? А да-да, мы можем убивать самих жителей. И давайте приступим к следующему животному. А следующее животное — это у нас не животное вовсе, это у нас огромный Стив. Да-да, Стив. Я не знаю, почему здесь глючит текстурка. По идее, мы должны быть огромным зомбаком, но все-таки мы Стив. Да, как видите, Shift тут тоже работает, то есть мы можем также бегать медленно, быстро, убивать всех быстро, но есть одна способность. Мы можем всех топтать. Топтать, 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 топтать. Не знаю, почему эти не топчутся, наверное, потому что я не включил способность Explosion Punch. Кстати, эта способность добавляет функцию вот такую вот. Да, довольно читерско. Вам не кажется? Вот мне кажется, что этот мод очень читерский. Так что не советую использовать гиганта. Также, как видите, мы подпрыгиваем довольно на высокое расстояние. Ну и, как я уже сказал, это слишком читерский гигант, поэтому мы приступаем к следующему мобу, и это у нас Гаст. Это тоже довольно читерский моб, потому что мы можем летать, как в креативном режиме, также можем рушить все блоки мобов и так далее. Вот так мы выглядим с третьей стороны, так сказать. И мы, вы, наверное, уже многие догадались, можем стрелять, сами знаете чем. Ну да, это довольно неплохо, теперь мы подожгли всю деревню. Зря я это сделал, на меня, наверное, уже обиделись все жители. Но мы все-таки приступим к следующему мобу. Для начала мы, конечно же, спустимся, потому что, когда мы уберем Гаста, мы сразу же упадем. И мы выбираем кого? А мы выбираем Блейза. Блейз не может летать, я не знаю, почему он не может летать. Нет, смотрите, он все-таки может летать, но почему-то он сам по себе не взлетает. То есть, смотрите, сейчас я не могу взлететь. Это, наверное, просто ему передалась способность с Гаста, но все-таки он сам по себе не может взлететь. Когда мы нажимаем на включение его способности, мы просто выпуливаем фаербол, только он не взрывается. Маленький фаерболчик, который просто всех поджигает, например, того жителя. Поэтому мы просто приступаем к следующему мобу. Кстати, сам Блейз по себе имеет функцию курицы. Курицы, он может долго лететь вниз. Поэтому мы приступаем к следующему мобу. Итак, следующий моб — это у нас Snowman, то есть мы можем ходить снежным големом. Вы, наверное, спросите, почему он, во-первых, без маски, но это для того, чтобы выделяться от других снежных големов. А во-вторых, вы, наверное, спросите, а почему я не оставляю снег? Но если мы включим на функцию P, у нас будет оставляться снег. Сейчас он не оставляется, потому что я нахожусь... Нет, смотрите, он все-таки оставляется, но очень долго. В общем, он должен оставляться намного быстрее в снежных биомах. Если вы будете ходить в аду, вы будете умирать. Ну и, в общем-то, это все особенности этого моба. Переходим к следующему мобу. Это у нас рыба. Да, теперь мы можем бегать рыбой. Вы, наверное, спросите, почему рыба ходит на земле?
Да потому что этот мод реалистичный, потому что если вы будете ходить без воды рыбой, вы начнете помирать. Давайте сейчас быстренько пропишем себе гейм-мод, если я успею, то я спасу рыбку. Нет, я не могу спасти рыбку, черт тебя подери, я спасу рыбку, там должна быть вода в ферме, вода, да. Ноу, да, мы в воде, я не знаю, почему не прогрузились текстурки воды, но все-таки мы в воде, и мы спасли рыбку, мы можем бегать, как видите, довольно быстро на суше, сама по себе рыбка передвигается довольно быстро, ну и как я сказал в начале ролика, рыба тут какая-то мутант, очень, если я скажу мутант, надеюсь, вы не обидитесь, и в общем, прямо сейчас мы перейдем к следующим мобам, это у нас оцелот, у оцелота нет никаких охренительных способностей. Первая способность это дофига быстро бегать, а точнее в два раза быстрее ускоряться. Как видите, у нас способность спид включилась на буковку П. И все, больше оцелоту ничего не добавляется. Конечно же, нас сейчас, надеюсь, не приручит свинья. Рыбки у нее нету. Ну и мы продолжаем. Следующий это у нас эндермен. Эндермен может телепортироваться, наверное, сами знаете, на какую кнопку. Конечно же, на букву П. Хыдыщ, телепортировались, хыдыщ. И это довольно неплохо, то есть теперь мы можем быстро, если что, телепортироваться. Вы, наверное, скажете то, что этот мод читерский. Я, конечно, с вами соглашусь, но если вы будете использовать его в меру и играть только каким-нибудь одним существом, то этот мод прям-таки для вас. Ну и мы продолжаем. Следующий моб это у нас... курица. Курица умеет что? Ну, конечно же, летать. Давайте мы посмотрим, как это делается. Нажмем на F5 и прямо сейчас производим взлет. 5, 4, 3, 2, 1. Опять же, очень читерский, но также, если мы выключим полет, мы не умрем. Да, потому что вы, наверное, многие знаете, что курицы не разбиваются, когда падают. Поэтому мы приступаем к следующему мобу, потому что больше ничего из способностей курицы не добавляется. Итак, это у нас кто? А это у нас простой паук. Паука я, в принципе, уже показывал, простой кейв спайдер. Но также забирается по стенам. Ничего удивительного. Но есть небольшая особенность у простого паука. Когда мы спускаемся с супер огромной высоты, нам... практически не наносится урон. Как видите, сейчас даже не нанесся. Но когда мы спрыгнем с супер огромной горы, то нам нанесется где-то 1-2 сердечка. Итак, мы приступаем к следующему мобу. Это у нас кто? А, это у нас крипер. Крипер может делать бум, только я не знаю как... Ну, вы поняли, в общем, он может делать бум. И когда мы нажимаем на букву П, мы практически моментально взрываемся. И последний моб на сегодня, это у нас волк. Волк имеет те же способности, что и у оцелота, только добавляется целых 3 урона. То есть теперь мы можем гасить всех мобов намного быстрее. Так что советую играть именно волком, а не каким-либо оцелотом. Как видите, у нас свинья сейчас ниндзя, потому что она не хочет умирать. Поэтому мы выберем клона курятина. Вот таким вот образом он сейчас умрет. Как видите, он умер с одного удара, потому что урон у нас нанесся в 3 раза мощнее, чем у какого-то простого хумана. То есть видим, что простого жителя мы убиваем с 5 ударов. И, в общем-то, на этом мод себя исчерпывает, и если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей, поставить лайк. А с вами был Ложка, всем удачи, всем пока!